Всем добрый день. Сегодня мы дневной, как вы знаете, ну, некоторые знают, будем снимать на пляже Фламинго. Сам пляж снимать особо-то нечего, а вот волны должны быть интересные. Иду сюда на пляж Фламинго в последнее время, уже на подсознательном уровне, знаете, побаиваюсь, что из-за какого-нибудь угла вылезет, выскочит какой-нибудь бультерьер. Как-то вот запало в душу, так сказать. Итак, Фламинго. Что тут как? Дует ветерок. Волны симпатичные. Ну, вы знаете, с недавнего времени здесь появились вот такие вот бетонные штуковины, типа волнорез. Теперь наверняка они не дадут волнам сделать такие красивые мощные брызги, под которые я как-то попадал. Слушайте, дождик начинается, а? Хоть не тропический ливень, но все равно неприятный. Волны красивые, но они, как всегда, где-то там за горизонтом, ну, справа-влево от меня. Вот передо мной что-то как-то слабовастенько. Хотя вот, вроде бы что-то начинается. Да, смотрите, как эти вот бетонные штуковины разбивают волну. В целом, красиво. Ну, если уйти куда-нибудь там подальше, то будет еще красивее, мне кажется. У меня такое ощущение, что волны всегда от меня убегают. Начался дождик, блин, и если какая-нибудь катушка на камере появится, то я не виноват. Дождик усиливается. Засада. А я зонтик не взял. Температура, если что, на бортовом компьютере моего автомобиля была плюс 5 градусов. В Лазаревском все растаяло, за пределами Лазаревского встречался снежок, скажу вам по секрету. Что еще рассказать? Все нормально, все потихоньку. Ставьте лайки. Я понимаю, что сейчас особо ничего интересного не показал. Просто вот такая вот обстановочка на пляже Фламинго, но тем не менее. И пишите комментарии, особенно на Дзене. А я побежал домой. Будем выкладывать ролики про природу. Есть что показать, красивые. Всем пока. Что за погода у нас? Странная какая-то в этом году.